Всем привет! Сегодня стирка на старой стиральной машине Samsung. Стираю обувь. Вот у меня такая вот здесь обувь, тут кроссовки. Вот. Ну, так, тут я убрал уже эту, господи, эти стельки, точнее. Ну, видите, подошву я не полоскал, хотя вот надо было под краном, ну ладно уже. Так, все, закрываю тут уже, потому что тут все пыльное, вот. Ну, порошок стиральный Тайд, кондиционер я не добавляю. Включаем. Ну, наверное, на быструю, потому что что их-то долго стирать. Долго стирать не буду, быстрое. Даже отключу полоскание, хотя можно поставить на синтетику. Синтетика 30, вот. Ну и все в целом. Да, попробую поставить на синтетику, если что, переключу. Хотя пусть уже постирает, думаю. Все, сейчас я включу воду. Начнет набирать, начнет поступать вода. Все, пошла вода. Там смывается порошок. Ну, я в два отсека насыпал, это тут порошок. Да что ж такое, всякая эта фигня летает. Порошок тает. Пусть так хорошо постираются. Хотя мне вот тут три полоскания, мне эти три полоскания вообще не нужны. Хотя ладно, поставлю, то есть все-таки не белые кроссовки, поставлю на быструю. Быстрая 40. 37 минут будет стирать. Вот. Там пусть лучше на быстрой, потому что мало ли, я эти кроссовки первый раз стираю. Ну, вот эти вот стирала, вот эти вот серые первый раз, поэтому лучше на быструю поставлю. Вот. Так, все, началось кручение, машинка потихоньку крутит. Ну, это смачивает, соответственно. Обувь тут. Две пары загрузил, потому что, чтобы сразу постирать. Потихонечку набирается вода. Пены, думаю, будет много, потому что это, ну, стираю порошком, не гелем. Вот. Хотя надо было, может быть, и гелем, но ладно. Ничего страшного. Машинка вся такая замусоленная тоже, потому что на улице стоит. Вся такая... Ой, внешний вид, ну, надо протереть. Вся заляпанная. Ну, все, сейчас наберет. Ну, они такие пыльные в целом. Это не белые кроссовки, поэтому их стирать долго сильно и не надо. Зачем? Так, все, набралась вода. Пошел процесс стирки. Пусть все в мыльной воде, так сказать, простирывается. Вся эта пыль, все вымывается. Все хорошенечко. Можно было и на экобабле постирать, но вот на экобабле я вчера стирал, на экобабле. Вот. Вот так вот. Сейчас на той БУ, ну, на F843 я вообще редко стираю. Почему? Потому что туда нужно шланг подключать, как бы это шланг. Это шланг у меня от машинки идет, получается. А туда нужно подключать другой шланг. Потому что, ну, как бы, как я... Ну, короче, там вот это вот целая эта морока. Еще плюс туда нужно подключать второй шланг на слив, чтобы она сливала на улицу.
что так куда она будет сливать? Я уже ведра эти сливать я уже не буду. Это вот все таскать. Помню, в канистру еще сливал. Тому не надо. Если стирать, то это надо все выводить, а это я пока этим не хочу заниматься. Поэтому пока та машинка у меня стоит, не работает. F843. Ну там, может, что-нибудь на ней еще постираю. Так вот все в пенке стирается. 35 минут. Сейчас я посмотрю, но оно начало греть в целом. 27 градусов. Пусть, короче говоря, стирает. Так, все, пошел слив, 19 минут, машинка уже слила воду. Сейчас будет первый промежуточный отжим. Как видите, дофига пены. Все прям в пене внутри. Так, сейчас я посмотрю шланг. Пена сама как бы не уходит, да. Вода выходит, пена нет. Тут вот пену надо убрать, потому что типа как бы, ну, чтобы она все как-никак хорошо выполоскалась. Пошла на отжим. С балансом. Пена. Сейчас еще и созвук будет. Наверное. Хотя, может, и не будет. Можно сказать, небольшой сузлок был, потому что вот. Но это не сузлок, это отсюда пена шла. Как бы она прям сейчас так резко остановилась, она типа. Да, пены много. Так, сейчас отвинуть тут. Она же у меня стоит на вот этой вот фигне. Вот. На этом подиуме. Ну, короче, не на подиуме, а как это можно так сказать. Фигня еще упала. Доска. Так вот. Сейчас посмотрим. Все, пошел второй отжим. Это вот пена не уходит вообще. Да, вот видите, пена вот отсюда вот прям. Все, полоскание, она прям так резко остановилась, но видите, сколько пены. Ну все, пошло первое полоскание, но я сейчас еще пока воду сейчас не подсоединил. Но она прям, да, резко остановилась из-за пены. Ну как это бывает, когда сузлок, ну короче, сейчас. Ну все, сейчас пошла вода, первое полоскание. Пусть полоскает, ну, реально пена дофига, мне кажется, все-таки надо было включить вот так вот. Ну что, сейчас посмотрим. Пусть полоскает. Да, ну и пена дофига. Это, конечно, плохо. Придется ставить полоскание дополнительно. Это вторая стирка, можно так сказать.
Набрала воду, но какой смысл вообще крутить вообще в такой вот воде, потому что, видите, пены дофига. Там ставлю еще полоскание. Ой, 21 минута еще. Вот так вот. Ну пусть теперь уж. Потому что ну как вот так вот, ну, типа. Да. Пена дофига-то. Ну так как стирка, вот реально вторая. Смысла такого полоскания нету. Сейчас вот она крутит в такой воде. Это смысл. Так, начался у нас последний промежуточный отжим, третий. То есть два полоскания сейчас прошло, и будет сейчас финальное. Но, как видите, пена все равно есть. Поэтому я немного добавлю кондиционера. Ну, кондиционер Вернель тут. Совсем капельку. Столько вот. Даже чуть-чуть меньше. Ну, так, как бы, чтобы уже полностью этой пены не было. Ну, и также, чтобы... Ну, так, для запаха немножко. Знаете, чтобы так запах был приятный. Почему бы и нет, да? Все вот. Ну, кондиционер вы уже видели. Сейчас у меня в использовании. Так. Ну, сейчас последний промежуточный отжим, и там уже финальное полоскание начнется. Так, заканчивается отжим промежуточный. Сейчас у нас сразу набирается вода. Набирается уже вода. Отсек для кондиционера, вот. Ну, смывается кондиционер там. Ой, вся засранная. Вода. Ну, кондиционер добавил, сразу пена, знаете, так ушла и уже нету. Ну, специально налил, чтобы как бы уже полностью эту пену убрать. Ну и так, чтобы, знаете, для запаха, чтобы пахли хорошо. Почему бы и нет, да? Чуть-чуть можно добавить на обувь, ничего страшного не будет. Ой, отжим. Отжим 400, то есть 800 что-то поставил. Как-то это не увидел. Пусть на 400 отжимает. Так, ну вот. Почти добрала воду. Столько воды набирает. Ну, кондиционер вроде бы смыла. Но на доманжету здесь вечно всегда набирает воду. Как бы не больше. Все. Семь минут осталось. На шестой, на пятой минуте она уже сливает воду на быстрой. Вот так вот. Так, все, финальный отжим. 400 оборотов, 2 минуты осталось. Все, заканчивается отжим, 1 минута. Машинка отключает сразу помпу, мигает замок. Ну, сейчас вот это вот 3 покручивания в разные стороны, это как в инструкции пишется, ну так, чтобы немного белье это не было прям в барабану, это типа, чтобы оно немного было разето нормально в барабане, не так вот.
Ну, как в инструкции пишется, для легкого этого, господи, для легкого извлечения белья. Три раза она крутит в разные стороны. Все, сейчас она пропиликает. Вот моя, как бы, ну, короче, ну. Все, сразу выключаю, потому что она так долго будет стоять. Вот, ну, да. Как бы они немного, звук этот, господи. Здесь вот видите, вода капает, все-таки надо было на больше ставить, ну ладно. Ну, вот в моей БУ, там, в той, которая там немного, F843, там немного другой звук. Вот, ну, на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.